Суть акции «Коробка храбрости» в том, чтобы поддержать детей, проходящих сложную терапию в клинических больницах и онкологических отделениях. Такие коробки волонтеры установили в двух крупных торговых центрах Тамбова и в Пушкинской библиотеке. В акции может поучаствовать каждый желающий. Важно, что игрушки не должны быть мягкими, потому что они могут вызвать аллергическую реакцию. И они должны быть новыми в упаковках, чтобы никакой вирус не проник в больницы. Сбор продлится до 18 ноября, а уже 20 ноября, во Всемирный день ребенка, собранные игрушки волонтеры передадут в подшефные больницы. После каждой болезненной процедуры храбрые маленькие пациенты будут получать презент от тамбовчан.